Мне просто обидно, что у нас отбирают этот фонтан. Этот фонтан в начале 2000-х красноярцы считали чуть ли не главной достопримечательностью правобережья. Теперь вместо струи воды здесь грязь, мусор и облупленная плитка. Более того, на выходных началась консервация водной чаши. Подрядчик основательно застилает сооружение досками. Местные жители говорят, теперь здесь не погулять с детьми, не посидеть в летний жаркий день возле воды. Людям пообещали сцену. Какой танцпол? Кому он нужен? Здесь будут выступать. Нам не надо выступления. Центральная площадь правого берега. И что мы имеем? Ничего. Этот фонтан на Красноярском рабочем принадлежит частному предпринимателю. Комментировать решение о консервации он не стал, но оговорился, сооружение аварийное, запуск фонтана невозможен. Не заработает в этом году и водная чаша на Предмостной площади. Так выглядел фонтан похищения Европы в 2004-м, в год открытия. Сейчас его внешний облик оставляет желать лучшего. Сооружение брошенное, за ним никто не ухаживает. Вместо плит бетонный каркас, внутри настоящая свалка. Вся вот эта территория на Предмостной площади сейчас принадлежит строительной компании «Сибиряк». Она же планирует строительство нового торгово-развлекательного центра рядом на набережной. Здесь появится парковка, новая многоуровневая развязка. И когда будет представлен окончательный проект планировки, станет известна и судьба вот этого фонтана. Пока предварительно говорят, что его демонтируют, а на этом месте построят новый, отвечающий всем современным требованиям благоустройства. Не ухаживают за фонтанами и во дворах. Там строения давно заброшены, говорят люди. Владислав Маргалев на улице Кутузова живет всю свою жизнь. Говорит, фонтану во дворе его дома около 70 лет. В нем даже ребятишки купались летом, естественно. Ну, было приятно, конечно. Летом это прохлада. Был сквер отличный просто. Все люди были очень довольны. Между тем, в департаменте городского хозяйства уверяют, в городе около 60 фонтанов, и лишь половина из них принадлежит мэрии. Вот они, например, цветомузыкальный фонтан на Театральной площади или реки Сибири. Аукцион по благоустройству водных конструкций выиграло управление зеленого строительства. Там снизили стоимость контракта с 19 до 10 миллионов рублей. Сейчас идет активная подготовка к запуску. Специалисты чистят форсунки, устанавливают насосы и подключают кабели. Заработать фонтаны должны традиционно к 9 мая. Ольга Хохлова, Алексей Егоров, Афонтова. Новости.